Суета, суета. Постоянно орал ТВ, какая-то суета. В общем, всем здорово, всем халлоу. Привет, ковбои, привет, бородатые люди. Привет, побритые люди. Привет, курящие люди, привет, не курящие люди. Мы с вами продолжаем играть в игру под названием RDR 2. Если вы помните, как в прошлой серии мы заболели туберкулезом. И не знаю, смертельная это болезнь или нет. А также мы произвели кое-какой анализ. Ну, если понимаете, какой анализ. Улучшили отношения с одной из тёлок, с которой я планирую поебаться. И также узнали информацию о Джонни, то, что находится на острове, на который пробраться очень довольно трудно, потому что он окружен. И, в общем-то говоря, вот он вроде как этот остров. Мы договорились с тёлкой как бы разобраться с этим делом, но, к сожалению, пока тёлки миссии я не вижу, мы поедем пока к дачу. Дача Линдерванды, что у нас тут он просит? Что у нас просит дач? Он просто хочет с нами попиздеть. Да, почему бы и нет? Миссия, в которой дач хочет с нами попиздеть. Напомню то, что в позапрошлой серии дач говорил о том, что нам нужно сейчас решать более насущные проблемы, и по поводу Джона он как-то не особо заговорил. Вот, так, он просто хочет, чтобы мы, типа, ну, по съебам все ушли, в таите, не таите, поэтому давайте сейчас мы до него доедем и посмотрим, что он скажет на этот раз. Так, мы приехали, тут довольно темно, блядь, мне до сих пор светит солнце вот так вот, чтобы, ну, получше было мне видно, потому что не отсвечивает много экрана, поэтому давайте мы зайдем сейчас в дачу, посмотрим, кстати, где мы живем, мы в другом каком-то месте, да, живем? Это не та ли будка, где мы отплывали-то, помните, да, с крокодилом-то еще миссия была? Не знаю. Ну, сейчас мы дойдем до дачи. Он, наверное, про тубик наш не знает. Вообще, наверное, никто про это не знает. Блять, мы вообще... А, это находится не в доме, а рядом с ним. Вот меня бесит то, что Артурчик не может бежать. Ему настолько лень бежать в своей хате, то, что он просто идет. То есть нельзя нажать shift и прочее. Да, вон там дач. Отдыхает, скажем так, отдыхает, да. Ото всех дел. Ну, давай посмотрим, что он там. Белый D4. А, он играет, блядь, с кем-то, что? Да, ты что, совсем что ли банулся? Койна F6, что? О! Музыка, музыка! А, блять, я потом думал, это песня играет. Казалось, как херня какая-то. Да уж. Those oily enactors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they... Да, все именно так. Maybe they ain't the problem. I don't know, it's just I can't help it. Он не хочет, короче, этот как его говорить Артурчик, вот еще дать, что он типа, ну, как ебанутый какой-то, типа, он так, видите, уходит от этой темы. Как мне кажется. Видите, да, как он играет. Типа все дачи не доверяют, потому что он ебанутый, короче. Теперь. Да. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. Это да. В начале игры не было такого. В начале игры Одри Сколь так только поступали, а теперь мы сами как Одри Сколь нахуй. Okay. You and Charles, you take folks up that way. Micah. And I need to do. Так, ну я так понял, мы опять переезжаем. Кстати, Дач побрился вроде, мне показалось, да? Сука, я единственный, походу, не побрился. Все забываю постоянно. Да-да-да, мне нужно время, а сам отдыхает, блядь. Ну хотя, ладно. Не будем к нему докапываться. И уверен, в следующем дне, или что он там сказал, я не расслышал немного. Ладно, в общем, наша задача, я думаю, сейчас всех перевести в более безопасное место, как я понял, да? Если мне память не подводит меня. А, вот тут точка, да, какая-то? Точка сбора или как это вообще? Что? А, Чарльз. Едем со мной? Едем со мной.
Да, Артурочка, все тут уважают, конечно, поэтому все с ним поют. Я думаю, нам нужно сначала, да, нам... Воу. Артурочка что-то законифолился. Короче, как я понял, нам нужно опять... Да, блядь, чё я не могу идти-то? Нам... Я нажимаю вперед. Блядь, чё не так-то? Чё за прикол, я не понял. То есть, типа, без него нельзя было пройти, там какая-то невидимая стенка была. Короче, нам нужно на разведку идти, понятно все. Ну ладно, я думаю, очередная перестрелка будет. Ну как, помните, в прошлый раз тоже выезжали мы, переезжали, потом там глава 6 говорили. Сейчас на лошадку спусяду. Моя шпакля, родная шпакля, с ней уже сколько километров пройдено. Одна лошадиная сила, как-никак. Да, нужно по-быренькому переезжать. Да, потому что за нами хвост да хвост, блядь. Давай, я надеюсь, нам сейчас включат ускорение какое-нибудь или что-то там духе. Потому что бежать, наверное, довольно долго будет. И вот опять же, ситуация повторяет, блядь. Повторяется, сука, опять переезжаем куда-то. Сука, главное не ебануться сейчас от тубика своего. Плыть на каноэ, ехать на... А, он нам предлагает! Не, давай поплывем, конечно же, поплывем. Заснул. Я чуть не понял вопрос сначала. Задумался, с вами запизделся. Да уж, я помню это. Ну как-то, конечно, до этого было. Бля, тут какая-то вообще грязь, ёба. Чекута, ну-ка, мне интересно, куда мы едем просто. А, ну мы едем... Мы тут уже были, да, в принципе. Странно. Блять, что-то я ускорился. Нельзя ускоряться. Блять. Come on! Я ничего не говори мне, тут мы просто едем с тобой. Да. Ну, в общем, чуваки просто тут, видимо, туда-сюда просто гоняются, пока мы, пока нас не было. Гуарама. Да, схватили, блядь. Да, но только не с такими людьми. Да он вообще там ебанулся, судя по всему, про какие-то шахматы говорил. Артурчик правильно сделал то, что попросил, типа, все в свои руки забрать. Я такого уважаю. Тем более, ответственность надо нести будет. Ну, короче, видимо, Артурчик стал, сейчас будет станет главным. То, что он более-менее адекватный, его планы, они как бы... совпадают с первоначальными ожиданиями тех людей, которые когда присоединились за идею. То есть люди присоединились, они сплочились за одной идеей. И вот эта идея, вот Артурчик ее сохраняет. А дальше себя уже ведет как Одрис Колли, и все думают, что он ебнутый. Наверное, поэтому все Артурчика сейчас уважают, я думаю, скорее всего. Так, мост. Надеюсь, не будет подрыва какого-то. Так, что-то мы остановились. Там каких-то двое чуваков. Я не знаю, что такое каноэ, но, типа, я подумал просто то, что мы поплывем, это будет гораздо попизже, это будет разнообразнее, чем на лошадях. Да, на лошадях, я думаю, будет быстрее, о, точнее, медленнее. Типа, нам предлагали как побыстрее или помедленнее, типа, пойти, ну, понадежнее. Ну, хуй знает, блядь, короче, я же не плавал, я не знаю, чего. Ну, что, давай уже, как залезать-то в нее? Эй! Блядь, как залезть-то в эту шлюпку? Вот он залез, а мне как залезть? А, надо Е нажать. Я нажал Е, все. Погнали. Это как на лошади. Управляйте лодкой при помощи ВСД и гребите, удерживая левый shift, чтобы грести быстрее, нажимайте левый shift, понятно. Это как, знаете, как это как плыть. Так погодите, нажимайте левый shift, у меня сейчас залипание клавиш нахуй будет. Вот не на. Вот все время, кстати, у Rockstar в игре, если вы не замечали, там все время на shift, там еще пробел, блядь. Залипание клавиш, вот это вот все. Ну вот оно уже вылезло.
сука. Так что включите его, нажмите ши. Блять, пошли нахуй, короче. Залипание клавиш, это реально тема плохая. Что-то прослушал немного этих чуваков, но пока что плывем. Мы будем смотреть на то, о чем они говорят. Ну там кто-то есть, я так понял, какая-то банда, которую нужно тоже уничтожить. Но мы тоже уже довольно сильная банда, я хочу сказать. Только непонятно, куда плыть-то надо, вот что прикол-то. Воу, ты тут далековато довольно. Но по течению, понятное дело, по течению. Но довольно далеко. Давайте пока я грибу, пока этот момент мы скипнем. И подсоединимся, когда я уже буду там. Так, тут экранчик, короче, черными полосками преобразился. Прямо сейчас только что на кнопку нажал. А, видимо, они сами решили скипнуть этот момент, я понял. Вот, мне не предстоит этим заниматься. Показывают камеру, показывают, как два мужика накачанных грибут лодку. Данж мастер, все дела. Ладно, они же даже на руках несут. Сначала лодка тебя несет, а потом ты ее, все логично. Знаете, как говорится, на саночках съехал, люби их и в гору потаскать. Ну да, нам специально показывают, чтобы, короче, скипнуть это. О, борода намокла, да, вроде? Она поменяла цвет. Че, мы пропустились, да? Да, может, довольно близко. Вот и все, вот и весь скип. Игра решила за меня все скипнуть. Вода такая прикольная, да, конечно, смотрите. Вот в темноте она вообще смотрится круто. Графон крутой. Вот, ну, знаете, вода похожа на вот мы играли Assassin's Creed Valhalla, вот примерно такая же. Ну, тут по-любому люди какие-то есть, я уверен. Тут, видите, лодки. Надеюсь, их можно попросить о том, чтобы просто заселиться. Что за шайка Мёрфи? Мы пока что не знаем, что это такое. Мне жалко, лошадей оставили на той стороне. Так, давай. Надеюсь, перестрелки не будет, и все мирным путем уложится. Так, незнакомка. Вон тут в шляпе стоит. Ну чё? Всем похуй, да, то, что мы сюда приехали, как бы? Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Чё там за... Хочешь быть пилотом? Чё-то там. Песня заиграла на фоне. Знаете, такая сцена из ковбойских сериалов, где, короче, два врага высадились на территорию, идут к главному боссу, все на него смотрят, так озирающие. Или знаете, если мы смотрели Шрека 4, там, когда его поймали, Шрек навсегда называется, но когда поймали, он типа в клетке ехал, и там все на него так взглядом озирающим смотрели. Но сама суета началась, когда он пришел к самому главному чуваку. Следуйте за Чарльзом. Да я следую за Чарльзом. Программа, по-моему, такая Чарльз тоже была. Позволяло код элемента менять на страницах. Эх, хорошие были времена. Ну давай. Да я согласен, Турчу. Как это ему сказать-то, ёпти? Как ему сказать то, что согласен я? Ну так погнали, хули, чё мы, блядь, пешком-то? А, все, он передумал, я понял. Надо было просто сесть на лошадь. Конечно, погнали, блядь, на лошадях. Чем пешком-то будем идти 2 часа? Я думал, все, на этих лошадей, честно говоря, если уж на игру саму смотреть, то всем насрать. Вот мы стояли, помните, мы тогда, был такой момент, когда мы на свою старую хату приехали, там чуваки с лошадьми приехали, всем похуй было, никто за лошадьми обратно не пришел. Ну, чуваков убили, конечно. Да я думаю, нам в любом случае зачистка нужна будет. Они по-любому могут вернуться, ну, допустим, не завтра, такси, ну, в другое время. Я тоже так думаю. Ну, в принципе, если вот по карте смотреть, место довольно отстраненное от всех. Но это, как говорится, хуй знает. В любом случае, перестрелка будет, я уверен, какая-то перестрелка будет. Это вот 100-500, короче. 100-500% будет перестрелка. Там уж без перестрелок, блядь, миссии GTA RDR 2, это не миссии. Ну вот, пожалуйста, начинается. Опять стелс. Либо стелс у нас, сука, либо убийство в тихую, либо убийство в громкую. Так, ну ладно, идем тихо. Давай.
Так, следуйте за Чарльзом. Чарльз тоже, сука, умный такой, нормальный мужик. Походу, все. Он. Вот. В чем отличие Чарльза от Датча? Чарльз, он конкретно говорит все. Конкретно. Датч не всегда конкретно говорит. Он так типа размыт, тут мне нужно время, что-нибудь придумаем, и у него постоянно планы такие, знаете, инициативные. Я, конечно, ничего не хочу сказать по этому поводу, но когда план вот изначально пропланирован, то есть вот сейчас, смотрите, мужик сказал, нам нужно спешно проследить за ними, и пошел по-тихому. У Чарльза бы так, о, точнее, удача бы было по-другому. Он бы сначала пошел, потом бы уже об этом сказал. Это не всегда круто. Так, нужно немного отдохнуть. Давай, давай. Убейте отморозков Мёрфи. Что они... Побомжи что-то они вообще. Как вы заметили... Воу! Осторожно! Хуя, бля, реально отморозки Мёрфи. Я что-то его ебал, короче, сначала не видел. Нет, контрольная точка. Погоди, так я тихо шел вроде, никого не это не трогал. Мне нужно с ножиком было идти, да? Да, по-любому надо было с ножиком идти. Так, ладно, давайте я сейчас скипну до этого момента. Так, попытка номер два. Давайте вот так вот подойдем сзади. Вот смотрите, чтобы вообще сзади. С ножиком, блядь. Да как меня заметил-то, сука? Так, хорош. Блядь, ты сказал же со вторым, блядь, сука, разберешься. Блядь, ебаный чар. Надо было, сука, тоже со мной идти. Он, блядь, почему-то стоял на месте. Чудодейственной земли. Земле. Я обоих завалил. Ой, Чарльз, сука, ленивый, блядь. Все знал, что так будет все, по самом деле-то. Ладно, идем дальше, похуй. Наверное, это проблема скрипта. О, видос. Так или иначе, нужно со всеми будет разобраться, чтобы территорию зачистить. Так, опять две бутылки свои вытащил. Знаете, такая этот есть фляжка, бинокль. Туда заливают. Ебать, они тут что делают вообще? Это, видимо, какие-то сумасшедшие тоже. Племя какое-то ебучее тоже. Ну, то есть, такая банда не сильная, но не слабая, скажем так. Бля, давай динамитом, нахуй. Динамит, это вообще тема. Это не то, что безопасно, это будет эпично. Сделаем все по-тихому. Нормально, нормально. По-громкому, блядь, сука. Не будем никого убивать. Там два часа что-то канифолится, канифолится, блядь, с ножичком ходить, как пидорас, как последний змея. Динамитом, бах, и все. Чтоб все обосрались, как всегда. Я всегда так делаю. Так, поближе. Бросьте лимит пещеру. Сейчас бросим. Ну давай отсюда, блядь. Там кто стоит, да? Сейчас, погоди, мне шашечку надо найти. Давай. Хорош, Артурчик! О! Обосрался! Так, ну все, теперь в бой, нахуй, мод штука, как всегда. Сука, я вам под жопу прям кину. Ебать, сколько много тут чуваков. Воу, воу, воу. Не трогай моего друга. Сука. Опасно. Блять, я не думал, что так все круто будет. Они прям побежали сразу. Им вообще похуй, то что у нас огнестрел. Вообще похуй, просто бегут. Пиздец. Давайте на паузу, потом вернусь, когда уже опять кину уже. Так, динамитик нахуй выкинули, все отлично. Ебать, видали там в замедлении было, как круто. Так, все, бегут. Выкурили их, скажем так. Хорош, винтовочка, сейчас мы вас стреляем. Главное, чтобы они к нам не приближались, потом... Вот, вот эти вот самые опасные чуваки. Потому что они приближаются, это... Знаете, это похоже на миссию с GTA 3, где смертники, короче, бежали на нас. Ебать, бежит, да куда ты побежал-то, ё-моё, мужик? Вот именно. Вот именно, куда ты побежал-то, блядь? Они прямо на нас бегут-то. Сам тоже побежал, у тебя тоже, что ли, мозги такие, да бекрень. И вообще насрать, видите, мы, они просто с холодным оружием. Блядь, нет, перезарядочка. Чувак, ой, спас. Ой, хорош. Перезарядка долго была. Заряжай, все, хорош. Все, это все были? Нам нужно очистить территорию, блядь, кинжалы такие приличные, я думаю, скорее всего. Че, нам дальше идти? Я не хочу, вдруг там кто-то еще... Да спавнится кто-нибудь сейчас. Так, ну ладно, идем в пещеру.
Ну, тут, кстати, в принципе, можно жить, тут довольно безопасно. Сука, тут еще проходы есть. Так, нам не туда. Осторожно! Блять, кто там? Сука, где кто? Куда он пропал? Где ты, Чарльз? Сука, алло! Чарльз куда-то пропал. Кто-то тут, кто-то живой, сказали, там кто-то живой. Блять! Откуда у них пушки-то? У них только холодное оружие. Так, побежали, вот они. Видимо, они там кричали вдалеке. Так, давай, Чарльз, к нам давай. Все, вот сюда нужно идти. Так, нужно перезаряжаться после каждой парочки таких людей, потому что может быть выйти так, что какой-нибудь сумасшедший выйдет, и мы не успеем перезаряжиться, и все, и сдохнет. Так, тихо, кто там орёт-то все? Кто там так орёт-то, блядь? Кого там режут, убивают-то, сука? Вон бежит смертник. Пушкой бежит, бежит с пушкой, блядь. Ебать, что у тебя с головой тут, мужик? Чарльз, помогай давай. Я-то один не справлюсь. Сначала подумал, реально один смогу, а тут уже нельзя, блядь. Бля, там кто-то орёт, сука, вообще пиздец. Осторожно, блядь. Хлебосольный, алё, чего? Успокойся, Дима, остудись. Остуди свою трахань. Кто-то в клетке, да, был? А как освободить? А, вот. Не трог... Мы не будем трогать тебя. Мы только засунем тебе. Ой, блядь, ебать. Она на нас не нападет сейчас? Ну, она понятно, она обосралась, короче. О, обнимашки. Мне, короче, крыша тоже, походу, поехала, блядь, от этих мужиков-то всех, которые тут бегают. Конечно, сам ебанулся в тюрьме быть такой, если бы сел. Сейчас главное этот... Это, знаете, мне напомнило сам первую миссию. Так, тихо. Ты лучше бы сзади шел, она сейчас может напасть на нас. А, ну все нормально, нормально. Ты подумал, она сейчас нападет на нас. Как вы схватили-то, блядь. Ну это банда, понятное дело. Так мы что, ради тёлки приходили? Че-то нахуёло. Блядь, такое лицо было. Что-то мне Майнкрафт напомнил, вот почему-то, не знаю. С тёлкой прямо, нормально. Дэй, ну чё, зэй-то, блядь? Чё они, зэй-то? Понятно. Ситуация, блядь, как в этом, короче. Помните, мы немцев спасали. То же самое, такая же ситуация была. Артурчик тоже добрый такой получается, видите, спасает людей как-никак. На этом мы, получается, не только убиваем, да, что у нас получается такой жесткий-то? Осталось Чарльза в жопе, взял тёлку и уехал нахуй, действительно. Чё бы нет-то? А действительно, куда Чарльз ушел? Куда он ушел-то, блядь? Бля, тёлка. Всем похуй, действительно, всем похуй, да, чё чувак ещё несёт? What's your name, miss? It's okay. Meredith. Надо, короче, накормить там, уложить спать и прочее. Надо ее к нам заселить-то. Чё б нет-то? Если у нее все равно других нет никого. One of the mining cottages. If you get me to the main street, I can show you from there. Ну все, ну успокаиваться. Just try to relax now. Бля, куда Чарльз-то подевался? Чё он, где он остался? Он там, что ли, остался? Потом, получается, просто так тёлку взяли и ушли. Может быть, мы сейчас в этом городе тоже сможем как-то поселиться, что-то там найти, какую-нибудь инфу. Или что там в духе. Потому что, видите, он находится, этот город, он находится вообще в другой местности, вот, видите? Ну да, недалеко, кстати. Что тут эта банда делает, я вообще не понимаю. Типа, они вообще живут в лесу, как она вообще туда попала? Ну ладно, давай довезем. А потом уже я включусь. Так, все, мы приехали, тут недалеко краски было. Тут действительно какая-то, видимо, шахта майнинга или что-то в этом духе. Майнинг, блядь. Биткоины майнит. Oh,
It's near the blacksmith. Мама. Мама! Меридит! Да, всем похуй, действительно, блядь. Батя должен уже выехать был. Всем пиздюлин давать. Что нам там дали? Золото? Конечно, принять, блядь. Какого хуя ты должен отказываться-то? Чё там такое? Чё, ещё главное предлагать отказаться. Охуеть, я бы чё, просто так, что ли, довёз? Не, ну, конечно, это я бы мог, конечно, просто так довести, но всё-таки, раз уж полагают, чё такое-то. А это ещё кто, блядь? Чё это за тёлка? Не понял прикола. Это что за тёлка? Я забыл, походу, что ли, про кого? Какая-то миссис Даунс. Миссис Даунс. Это может быть его бывшая, слушайте. Может быть, это его бывшая, которая письме-то, помните, мы разговаривали-то с ней. Не надо, не буду включать пока что. Так вот. Солнце уже ушло. Так, ну он обратно отправился, я понял. Вот наша территория, все. Сейчас расскажем. Что за Корнуолл еще? Ну и сразу в этом городе. Майка и я снифим about, see if he knows we're here and exactly what his plans are. Кто там? You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord. Кто это? Calm down. Блядь, ну это понятно, это наш чувак, а вот этот чёлка ты кто? Все собрались вокруг. Это все тёлки, что ли? Она собрала все тёлки, которые удачи были? Okay. О, ёбаный свет! Сука, она, блядь, спалила датча! Это два пидораса, которые нас хотели этот поймать. Ебать, да убивать её за такое надо! Давай, застрели её, застрели! Блядь, нужно убивать её, потому что она потом ещё раз, короче, может донести. Воу-воу! О, это та тёлка, которая супер крутая баба. Не выдержала. Честно говоря, я не знаю, что это за тёлка была. Но она спалила нас этим двум чувакам, которые нас искали. Вот эти вот обряды собирают, знаете, нас, которые ловят. Поэтому и надо было убить в любом случае. Глава 6, Бивер Холлоу. Конец уже практически. Уже практически конец. Да, страсти накаляются у нас с каждой серии. Опять волк. Чё это за волк такой? Вот вы заметили, после каждой главы он появляется. Какой-то волк, блядь. О, уже совсем близко. Так, тут краски рядом брильные. Мы сейчас зайдем туда. Блять, туберкулез, сука, еще. Я уже забыл немного про него, но ручка-то болеет, мы же никак не лечимся, судя по всему. Таблеток нам доктор Импус, он просто нас нахуй послал все. Это пизда, давайте побреемся. Пиздец, ну ладно, пока там тёлки срутся, главное, что мы не виноваты ни в чем. Как говорится, кто... Короче, видимо, знаете, просто сейчас хотят все вину на какого-то другого чувака сбить. И поэтому, типа, чёлка, она стала таки прям инициатором, и на неё все теперь всё сбивают. Так, ладно, давайте мы вот так побремся. Блять, ну сразу помолодел, хочу сказать, сразу помолодел. Совершенно другой человек, я хочу сказать. Совершенно шляпу бы еще найти. У меня шляпа куда-то все время пропадает.
Так, на этом, я думаю, пока что мы закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я думаю, в следующей серии мы узнаем еще больше подробностей, потому что у нас каждая серия, она становится все интереснее и интереснее. Вот реально, под конец уже начало прямо конкретно происходить. Каждую серию какую-то предательство, какая-то вот тема интересная. И мне реально интересно наблюдать за этим сюжетом. Много слишком слова интересно, но я понимаю, то, что тут без другого вообще никак не обойтись. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите также другие серии и другие игры на канале. Их много довольно, поэтому посмотрите. Всем скоро, всем пока. Рау ТВ, и сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, сделать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. А после этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. Во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть. Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram это никнейм, если ВКонтакте, то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру. То есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные. А вы можете вообще принять участие во всех играх. Так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам. Я забыл об этом сказать в видеоролике.